Представляю новинку, новый массажер, новая модель, абсолютно новая модель. Это будет заменять стандартный, который с ручкой. Вот. Почему решено было уже изменить конструкцию, объясняю. Ручка, несъемная ручка, которая идет вот здесь вот. И получается, она очень далеко всегда, она очень далеко, и ручка вот здесь где-то примерно, да? Ты когда лежишь, тебе надо тянуться к ручке. Вот. Теперь что происходит? Сейчас покажу. Теперь что происходит? Рама остается в принципе та же, 65 сантиметров на 23, но ручка стала в самой раме. Вот. Она переставляется, можно сюда, можно сюда. Можно переставлять также и ролики. Кому как удобнее. Например, если не хочется переставлять ролики, то можно просто перекинуть ручку. Если не хочется ручку перекидывать, то можно переставить ролики. Ролики также взаимозаменяемые. Дополнительно рама крепится теперь на двух перекладинах. Крепится очень крепкая конструкция. Ничего никуда не уведет. Все сделано качественно. Вот. На этом, на экспериментальном, вот этом вот, потому что они будут уже теперь именно такого вида. Здесь осина, береза, сосна. Короче, вот такая сборная солянка из дерева. Сейчас покажу, как им пользоваться. Сейчас два рабочих ролика стоят на зоне грудного отдела. Вот здесь. Вот. И сейчас я покажу просто, как пользоваться массажером и в чем удобство. Чтобы наглядно было видно. Я ложусь на массажер полностью спиной. Полностью спиной. Вот. Вся спина у меня задействована. Пятироликовый массажер до 180 сантиметров абсолютно комфортно. 185, 180, 190, естественно, уже. Я всем рекомендую уже шестироликовый заказывать. У меня рост 1,77 м. Вот, у меня уже как бы на пределе, но комфортно. Вот. Но если будет шестироликовый, хуже не будет, только лучше. Просто уже ценник повышается, уже немножко больше будет. Вот. В чем кайф? Вот ручка, она двигается абсолютно, ты за нее держишься и не тянешься. Вот если я, например, уезжаю туда, назад, ручка у меня еще в доступе, но хотя я уже полностью массирую спину. Я за ручку без проблем держусь. Когда ручка там далеко, вот там, уже ее опускать, уже или кончиками пальцев держишь. Здесь же все комфортно, и она еще и двигается. Ты просто ее взял, начинаешь уже массировать спину полностью, захватывать абсолютно. Очень удобно. Я уже все протестировал, как бы уже наглядно вам показываю. Вот так вот потом полежать немножко. Спине уже легче сразу же становится, когда только ты просто чуть-чуть покатался и полежал на этом массажере. Уже все проверено. Вот. Поскрипывает еще новый, плохо смазан. Здесь надо смазывать вазелиновым маслом или силиконовым. И они уже будут хорошо ходить и крутиться. Массажеры, которые я делаю, их несколько видов. Массажер горка, стандартный и вот теперь такой. Они все, в принципе, свои функции выполняют. Лечат спину, снимают усталость, даже сколиоз и все остальное. Протрузии, грыжи, снимают вот эту вот компрессию с межпозвонковую. Вот, это все они делают. Но, вот, немножко они все индивидуальный подход к каждому человеку. Кому-то хочется с ручкой, захочется, кому-то именно такой, кому-то в виде горки. Он более интенсивный массаж делает в виде горки. Очень классный тоже массажер. Есть у меня все на канале, все эти инструкции и все остальное. Вот эта новинка тоже найдет своего клиента 100%. Я уже на себе его испытал. Я сделал вывод, что мне лично вот этот очень удобный, потому что я его сделал под себя. И получается, вот эта ручка, она, ну, очень удобна в том плане, что не надо тянуться, ты комфортно себя чувствуешь абсолютно. Буквально 2-3 минуты на таком массажере уже спине становится легче. Кому захочется такой массажер или другой,
Можете писать в комментариях, можете найти меня ВКонтакте. Вся информация есть под видео или просто даже на YouTube. Вся информация есть. Так что пишите, звоните, заказывайте. И всем здоровья, удачи, пока!